скажу, что в стрессе. 16 есть. А у меня есть. У меня вот 7 февраля 16. Сопровождает твой ребенка. Он совершеннолетний. А ему доверенности надо. Да я вам Киеву пошлю. Да, ну, блин. Передачу в пол надо было уже тогда делать. Куда ты хочешь? Да нормально, блин. Ох ты. Это вообще нуля вообще. Да, смотрите, как они защитили. Вот смотри, вот он выпрыгивал, да, а рука с мячом вот тут. Никто же не поверит, что ты атакуешь. Покажи мне, что ты будешь бросать, а тогда можно скидку в линии делать. Красава. Ой-ой-ой. Не, ну вы повезли со стопом. Давай наши рапорт,
ЦСКА больше. Да, 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 да
тут есть дневники бонус и... Офигеть, ну с чем так не пить? Зачем? Ну что, мама, сука? Я не сильный, но он точно, что братан. Ниже пацан. Он когда выпад делает, он первый делает. Зелье, это у него самое тяжелое. Что? Дутя. Так. Все вот как можно говорить с ними? Идет от такой центр, а ты уходишь в линию, открываешь центр. Если вот ты линия, потому что ты в центре стоишь. Тебя линия специально уводит в центр. А тут туда влево. Понимаешь? Передай линию. Бум сверху. Скажи, линия пошла. Следующий. Передай линию. Все. В какую сторону идет? Все может быть влево, вправо. В какую сторону пошел, говоришь, линия там. Все. А вы просто тупо влезаете в центр, открываете на блин центр. И он просто тупо входит, влезается. Нельзя так перемещаться. Линию надо передавать в центр. Залез. Залез. Человек на бросок, все стоят, смотрят. Шикарно.
Все просто как положено. Слышь, правильно, что надо разбить? Он разгибается, видно, что идет бросать. Они все стоят, смотрят. Так же вы иногда. Кому? Кому передачу положить? А, был первый на мяч. Тут его встретили, а полшага назад отступил, раньше разогнал, и выпрыгнул раньше, уже не светит. Оп, хорошо. Повезло просто. Давай, не попал. На игрока. Чисто. В игрока. Только что забили. Ну так, ну, они записывают то. Добивать нельзя. Ай. Как так?